Всем привет! Получила такую посылочку из магазина Озон. Давайте раскроем. Вот такая баночка грибов и запечатана была, пришла вся целая. Буду сидеть, нервы успокаивать, вот эти вот пузыречки лопать. Грибочки. Опята отборные в маринаде. Вот так вот баночка выглядит. Давайте посмотрим. 314 миллиграмм баночка. Так, а сейчас я ее почитаю. Так, давайте посмотрим. Производство 12-20. Вот сверху видите, да, вот про... Да, производство 12-20, срок годности 36 месяцев. То есть еще срок годности хороший. Грибы консервированные, опята отборные в маринаде. Пищевая ценность на 100 грамм продукта, если это кого-то когда-то вообще интересует. 109 килоджоулей, 26,1 килокалорий, 3,5 грамм углеводов, жиры, белки. Состав опята, то есть вы это, видите состав. Угу. А производство, если я не ошибаюсь, то Китай. Да, вот здесь написано «Produced China», производство Китай, 314 миллиграмм. Итак, вернемся в состав опята. Вода питьевая, морковь, чеснок, перец черный, семена горчицы, лавровый лист, сахар, соль, регулятор кислотности, уксусная кислота. Ледяная. Продукт готов к употреблению. Угу. Вот так вот раскрытая баночка смотрится. Не скажу, что прямо впритык опята уложены, но сколько я в своей жизни опять не покупала, они всегда так плавают. И сейчас я немножко их выловлю. Так, из баночки опят я выловила. Вот у нас опяточки. Угу. Вкусненькие. Уксус чувствуется, но она всегда чувствуется в маринованных грибах. Картошечки бы жареной бы совсем замечательно было. То есть вот такие вот опята. Вот такая баночка. Вот такие опята внутри. Красивенькие. Вкусненькие. Картошечки с поджарочками не хватает. Вам всего доброго. Пока-пока.